преддверии Нового года отличное настроение уже есть у самых юных десногорцев. Праздничная елка у администрации стала местом искреннего веселья, игр и подарков. А поздравляли ребят в этот день настоящий Дед Мороз со Снегурочкой. Как и подобает сказочному времени года, в добрые планы Деда Мороза вмешалась Баба-Яга со своей подругой Вороной. Они попытались лишить детей новогоднего настроения, но планам осуществиться не удалось. Веселые песни, хороводы и эстафеты доказали ребятам – добро всегда побеждает зло. Пришли сюда, чтобы подарить детям новогоднее настроение, настроение праздника и много веселья, так сказать, радуем детей, чтобы они были счастливее. И Деду Морозу это точно удалось. После игр и представления ребята заметно оживились, а полученные сладкие подарки убедили их, что Новый год – праздник, который не зря ждут все без исключения. С Новым годом! Я желаю вам здоровья и хорошего настроения. С Новым годом, все люди! С Новым годом! Я хочу передать привет маме, чтобы у нее хорошее было настроение. С Новым годом! Я желаю, чтобы все было отлично. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.